Всем привет, друзья! Продолжаем наши уже традиционные прямые эфиры. Рад вам предложить некоторые композиции из моей сюиты концертной, которую я обычно играю, вот эти композиции на концерте. Просто порядок их такой, в общем, произвольный. Но вот на концерте, кстати, на который я хочу вас тоже пригласить, он пройдет уже на этой неделе, в воскресенье, 30 мая, в 3 часа дня в клубе Алексея Козлова в Москве. Так что приходите и услышите вживую этот инструмент, который, кстати, в России практически не встречается. Это европейская колесная лира, и она очень, так сказать, недешевая, и сейчас вообще затруднен въезд в страну, и поэтому вообще их никто сейчас не завозит из Европы. Значит, концерт, который пройдет в это воскресенье, он будет состоять из двух частей. Первая часть – это сюита музыкальная, а вторая часть концерта – это ответы на ваши вопросы. Поэтому я вот здесь на трансляции не смогу, к сожалению, вот ответить на вопросы. Я просто буду некоторые композиции комментировать. А вот все вопросы вы можете задать, вот как раз придя ко мне на концерт в воскресенье, в это воскресенье, в клуб Алексея Козлова. Я постараюсь на все эти вопросы ответить. Значит, сейчас я приступаю к музыкальной части. Сейчас сыграю две композиции. Первая композиция – это такой немецкий танец и болгарская песня, объединенные в одну такую аранжировку. Вторая композиция – это македонский танец и болгарская песня, тоже объединенные такую в одну аранжировку. Первая композиция называется «Шуцентенце», «Пайдушка Харо». Вторая композиция называется «Разврастаната, девойка Мария Хубава». Thank you.
Thank you.
Это прозвучали сейчас две композиции на немецко-болгарскую тему и на македонско-болгарскую тему. Хочу еще раз напомнить, что уже на этой неделе, в это воскресенье, 30 мая, в клубе Алексея Козлова пройдет мой сольный концерт очередной, который начнется в 3 часа. Итак, повторяю, клуб Алексея Козлова, 30 мая, в это воскресенье в 3 часа. Приходите, буду рад вас всех видеть. Сейчас прозвучит композиция на две русские темы. Это Масленская, Березничек, Чистовой. Масленская – это такая ритуальная, на Масленской неделе исполнялась тема. В основном это скрипичная такая инструментальная тема, на скрипке исполнялась. Я тоже играю на такой струне, на скрипичной, то есть очень похоже на оригинал. А вторая тема – это такая быстрая, мажорная, энергичная тема «Березничек Чистовой». И это моя такая аранжировка, которая объединяет эти две темы.
друзья, это прозвучало композиция на две русские темы «Масленская», «Березничек», «Чистовой». Объявляю, что в это воскресенье, уже в это, в клубе Алексея Козлова в Москве пройдет мой сольный очередной концерт в 3 часа. Итак, клуб Алексея Козлова, 30 мая, в это воскресенье, в 3 часа дня. Приходите, буду рад вас всех видеть. Следующая композиция – это композиция на две болгарские темы. Она называется «Солнце греет, течение вода студена». Thank you.
Это прозвучала композиция из двух болгарских тем. «Солнце греет, и чем и вода студена». Друзья, в это воскресенье пройдет мой очередной сольный концерт 30 мая, воскресенье, в клубе Алексея Козлова в Москве в 3 часа дня. Приходите, буду рад вас всех видеть. Сейчас я сыграю композицию, одну как бы из моих новых композиций, это «Эквилибриум». Он уже относительно старый, на YouTube он уже давно находится, но просто вот он входит как бы в новые мои диски, в серию дисков, которые я продаю через интернет и на концерте тоже продаю. Так что приходите, можете купить, я могу поставить автограф, если захотите. «Эквилибриум» – это композиция, и также вот диск называется, одноименный диск, из моих вот новых таких композиций. В этой композиции, кстати, забыл включить микрофон. Значит, друзья, в это воскресенье в 3 часа дня в клубе Алексея Козлова в Москве 30 мая пройдет мой очередной сольный концерт. Приходите, буду рад вас всех видеть. Я сейчас исполню композицию, которая называется «Эквилибриум». Это одна из моих новых композиций, и также называется диск «Эквилибриум», который я, кстати, продаю в интернете. Внизу вот вы можете ссылки там найти на этот диск. Также продаю я его и на концерте. Так что, если придете на концерт, то непосредственно сразу вот можете купить, получить этот диск. Thank you.
Следующая композиция – это будет импровизация на восточную тему с ситаром. Но ситар этот не настоящий, это сэмпл ситара. Играет одну и ту же фразу, и на нее я играю вот разнообразную такую импровизацию на низкой виолончельной струне. И получается такой восточный колорит, называется Dark Medieval, Dark Oriental Improvisation. Восточная, темная восточная импровизация. По-русски как-то звучит не очень.
Это прозвучала восточная импровизация с ситаром. Друзья, в это воскресенье уже пройдет мой очередной сольный концерт в клубе Алексея Козлова в Москве 30 мая в 3 часа дня. Итак, клуб Алексея Козлова 30 мая в это воскресенье 3 часа дня. Приходите, буду рад вас всех видеть. Следующая композиция – это композиция на русскую тему, даже на две русские темы. Одна из них очень такая, у меня два варианта этой композиции. Значит, один вариант – это на старой такой колесной лире, на деревенской, российской, тоже с моей аранжировкой. А вот этот вариант, здесь две темы. Одна тема – это «Нюрочка», а другая тема, вот это вот известная как бы уже на YouTube тема, называется «Уж я ли молода тонкопрядица была». Такое вот странное, длинное такое вот название.
Это прозвучала композиция «Уж я ли молода тонкопряница была». Следующая композиция – это «Dark Medieval Ballad», такая средневековая баллада, тоже одна из новых. Она вошла, кстати, в последний диск, вот, который тоже продается здесь вот на YouTube, ссылочка есть. Breaking Rings. Значит, а еще он физически, еще я его не продаю. Поэтому его можно купить только вот если по ссылочке внизу вы пройдете. Вот он продается на сайте Bandcamp. Thank you.
Это прозвучала средневековая баллада. Значит, следующая композиция – это турецкая тема с моей такой авангардной импровизацией, называется «Часом сенем». Друзья, напоминаю, в это воскресенье в клубе Алексея Козлова 30 мая пройдет мой очередной сольный концерт, где вы можете услышать этот инструмент вживую на очень хорошей аппаратуре. Аппарате там стоят очень классная озвучка вот в этом зале. Так что приходите. Еще раз напоминаю, воскресенье в клубе Алексея Козлова в Москве в 3 часа дня, в это воскресенье, 30 мая. Приходите, буду рад вас всех видеть. Thank you.
Это прозвучала турецкая тема с авангардной моей импровизации «Чазан Сенем». Сейчас я сыграю композицию на русскую тему «Уж как по мосту мосточку». Это там используется одна вот эта тема, но она как бы немного используется. В основном это моя такая авторская композиция, моя аранжировка, поэтому не удивляйтесь, что там не так много русских интонаций. Но тема сама, она, кстати, очень интересная, очень такая роковая, поэтому вот на нее очень так получилось интересная, на мой взгляд, композиция. Thank you.
Это прозвучала композиция на русскую тему «Уж как по мосту, мосточку». И последняя композиция, которая сейчас прозвучит, это уже многим известная композиция «Reverse Dance». У нее на YouTube уже более 7 миллионов просмотров. Я ее играю тоже на концерте обычно в самом конце. Thank you.
Друзья, ну, на этом трансляция окончена. Спасибо вам за внимание. Еще раз приглашаю на свой концерт сольный, который уже в это воскресенье пройдет в клубе Алексея Козлова в Москве в 3 часа дня, 30 мая. Приходите, буду рад вас всех видеть. Пока!